Мы не оставляем попыток наладить взаимодействие со столичной администрацией на предмет освещения деятельности комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь. К сожалению, пока власть упорно не предоставляет возможности проводить съемочный процесс в заседательном зале. Председатель комиссии Инна Смаль аргументировала позицию закрытым для СМИ форматом мероприятия, согласно регламенту. Редакцию попросили писать запросы на имя председателя администрации Елены Проценко. Впрочем, несколько таких писем от нас желаемого результата не принесли. Мы вынуждены были обратиться для разъяснения в городскую прокуратуру, ведь недопуск прессы на такие мероприятия, по сути, нарушает закон об информации. Реакция из кабинетов на Толстого последовала. Администрация прислала письмо от имени заместителя градоначальника и, к слову, журналиста по профессии Александра Макаря. В нем власть объясняет нежелание сотрудничать требованиям 7 статьи Федерального закона о персональных данных. То есть, по мнению представителей администрации, мы якобы можем распространить чью-то личную информацию против желания людей. А сама власть несет ответственность за разглашение персональных данных заявителей. Однако закон об информации подразумевает исключение этого факта. В то же время, как показывает практика посещения приема граждан, в Департаменте развития муниципальной собственности горожане сами охотно идут на контакт с представителями СМИ в изложении своих проблем, нерешаемых годами. Мы продолжим попытки восстановить справедливость в требовании не препятствовать законной профессиональной деятельности.